Люди всегда думали, как появилась Земля, каков был первый человек, первопредок этноса. Все народы имеют мифы о появлении Земли посреди первозданного океана. Первый человек обычно назывался не первым, а одиноким, в том числе якутский эрсохотох, то есть одинокий мужчина. Этот первый человек на Земле представлялся не карликом, равным своими размерами обитателям Земли времен первотворения, а обычным человеком, который на маленькой земле кажется и является великаном.